буквально через 2 недели у нас уже появится патч 1.23, новогодний, и, конечно же, в нем будет новогодний ангар. Я думаю, многим интересно, как он будет выглядеть. Приветствую вас на своем канале, с вами Варчик, и в этом видео я вам покажу, как будет выглядеть новогодний ангар с выходом патча 1.23. Стиль новогоднего ангара выбран наш стандартный такой. Во многих городах вы, наверное, возле своего дворца культуры видели площадь. Зимой выпал снег, на домах вот эти вот гирлянды желтенькие. Очень сильно похоже на мой город, где я живу во время Нового года. Те же самые вот эти вот железные черненькие низкие заборчики, елочки там, везде все в снегу. Дома очень сильно похожи, да и дворец культуры в принципе тоже очень сильно похож. В общем и целом, мне нравится, атмосферно, красиво, по-нашему, все как надо. На одном из скриншотов видно, что тут стоит КВ-5. Сейчас вроде как он не продается, это льготный ТТ-8 советский. Будет ли он на Новый год продаваться или нет, посмотрим, но он тут стоит. Танк старый, легендарный, интересный, очень ДПМная пушка, но так себе пробитие. Но поскольку он льгот, то в принципе нормально. Но, как на мой взгляд, у танка есть две проблемы. Первое — это то, что пушка плохо опускается, хотя, казалось бы, башня огромная и орудию ничего не мешает, но она все равно плохо опускается. А также, вроде как, уязвимая зона — это огромная сиська на ВЛД, лючок или башенка мехвода, но на самом деле пробивается у него много что. У него и маска пробивается, и лоб башни пробивается, и лючки на башне пробиваются, сиська на ВЛД пробивается, и одна, и вторая. Если бы реально пробивались хотя бы только эти лючки и сиськи всякие, я бы еще поверил. Но он что-то вот прям очень слабо удар держит на самом деле. А с нынешним пробитием, то и на льготном уровне даже семерки часто будут пробивать жестко. Вот даже возьмем тот же самый имбовый М6 на 6 уровне. У него пробитие специальным снарядом 240. Он этот КВ-5 в лоб будет пробивать только так. Вообще с кайфом. Если бы ему броню подзалатали во лбу, я бы еще поверил, а так, чисто для коллекции танчик. Также мы видим украшения различные и такое вот кафе в космическом стиле. Видим, типа, спутник там полетел, какой-то чел в костюме космическом. В принципе, выглядит прикольно. Также видим еще снеговики различной формы и размеров. Тут у нас Иван Царевич с Василисой Прекрасной. Змей Горыныч, который похож на какого-то крокодила Горыныча. Такое ощущение, что у него тело от крокодила и 3 башки. Но выглядит в целом прикольно. Не знаю, что тут делает кукуруза. Чел в костюме кукурузы. Ну, в принципе, ладно. Это, видимо, какой-то там прикол, который я не знаю, в чем он, но, видимо, он какой-то есть. Также видим, что вокруг здания украшены. Снеговиков много. Бенгальские огни много где есть. Также у нас еще посередине елка большая и под ней игрушки различные. Ну и, конечно же, это ночное небо. Ночь на дворе и салют. В принципе, все как надо. Даже вдалеке видно где-то там на башне часы. Тоже подсвечены. Все выглядит очень хорошо. Этот ангар очень хорошо передает атмосферу Нового года. Мне очень нравится. Вблизи дворец культуры. Очень красочный. Светится все. Атмосфера вообще огонь. Также есть у нас тут отсылка к царству теней. И куда же без антиповторителя. Штука, которая позволяет нам собирать коллекции. Когда нам какой-то игрушки не хватает, чтобы не повторялись те, которые у нас уже есть, можно его зарядить и дособирать коллекцию. Также мы видим здесь 4 коллекции, одна из которых отечественная. Также еще, если вернуться к скриншоту, где у нас антиповторитель, там у нас мандаринки, чаечек, конфетки вот эти вот в бумажной обвертке. И слева Дед Мороз в синей шубе такой. Самое смешное, что у меня был один в один такой же. В общем и целом выглядит обалденно, атмосферно, по-нашему, кайфово. Вообще класс. Мне очень понравился этот ангар. Единственное, что в нем пока не видно, это будет ли в нем какой-то там автомат с жетонами. И такое ощущение, что нет места для каких-то больших украшений, которые у нас были в прошлых годах. Там были маленькие, большие. Как бы на фоне только город можно украшать. Может быть, город как-то будет меняться. Или что-то на небе. Ну, в общем, в целом посмотрим. В принципе, мы поняли, что у нас будут коллекции. Будем собирать игрушки, осколки, антиповторитель. Также у нас еще есть зеркало из царства теней. Возможно, мы будем в зеркале там выбивать какие-то штуки. Вместо автомата с жетонами у нас будет зеркало
с яблоком, которое там крутится. Может, что-то оно там накрутит нам, я не знаю. В принципе, логично. Пишите свои мысли по новогоднему ангару, как он вам. Что вы думаете про зеркало из царства теней? Как оно будет работать? На этом все. Ждем недели через две это в наших ангарах. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.